Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 111, упражнение номер 2. Заполни окошки такими числами, чтобы получились верные равенства. 48 нужно вычесть частное число так, чтобы получилось 40. Чтобы из 48 получить 40, нужно вычесть 8. То есть в этом частном у нас должно получиться 8. А для этого мы должны 16 разделить на 2. Итак, 48 минус частное 16,2 равно 40. 65 минус сумма 20 какого-то числа должно получиться 30. Чтобы из 65 получить 30, нужно вычесть 35. Чтобы получить 35, нужно к 20 прибавить 15. Итак, записываем. 65 минус сумма чисел 20 и 15 равно 30. К 50 прибавить произведение каких-то чисел так, чтобы получилось 62. Чтобы из 50 получить 62, нужно прибавить 12. Так, чтобы в этом произведение получилось 12, нужно 3 умножить на 4. Итак, записываем. 50 плюс 3 умноженное на 4 равно 62. Из какого-то числа нужно вычесть частное число 24 и 3, и при этом получится 20. 24 разделить на 3 равно 8. Из 28 мы должны вычесть 8, у нас получится 20. Итак, 28 минус частное число 24 и 3 равно 20. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.